Давно здесь не было слышно шума голосов. Целый год помещение Совета ветеранов Ленинского городского округа пустовало. Причиной тому стала пандемия. Но сегодня здесь собрались те, кто смело может заявить: «Я защищен от коронавируса». Пока таких немного, но каждый пришел к решению сделать прививку осознанно и добровольно. Зинаида Быкова вспоминает прошедший год как один из самых тяжелых в жизни. Наши друзья, родственники, соседи болели. Какие были последствия? Очень многие умерли. Это все психологически давило, появилось чувство страха. И оно, в общем-то, не давало совершенно свободно жить. Решение пойти на вакцинацию было уверенным. После прививки ощущалась небольшая слабость. И только. Еще легче процедуру перенесла Любовь Платонова. Правда, пока она прошла только первый этап. Вакцинацию перенесла легко. За исключением того, что у меня немножко понизилась температура. Но это, так сказать, сказали, что это естественно. Это единственный, я считаю, такой благоразумный и правильный выход из ситуации. Валерий Цапковский рассказал, что ухаживает за пожилой мамой. Он ее единственный помощник, поэтому болеть ему никак нельзя. Я для себя решил, что я буду в числе первых, кто поставит такую прививку. Это добровольное решение, абсолютно добровольное решение. И оно основано на том, что у меня так сложились семейные обстоятельства, что без этой прививки я даже не представлял свою дальнейшую жизнь. Теперь каждый из них может строить планы и воплощать их в жизнь. Активная жизненная позиция наших ветеранов тоже всегда была примером для молодых. Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Екатерина Довлятова, Видное ТВ.